Сочи в рамках заседания глав правительств стран Евразийского экономического союза прошла выставка «Евразия. Наш дом». Здесь были представлены флагманы бизнес-сообществ Евразии, в том числе и спортивные. Поэтому была и зона континентальной хоккейной лиги, где можно было ознакомиться с историей и успехами КХЛ, увидеть главный трофей – Кубок Гагарина, а заодно и попробовать свои силы в хоккее, побросав по воротам. Выставку и стенд КХЛ посетили премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Также в рамках форума президент КХЛ Алексей Морозов и президент хоккейного клуба «Барыс» Борис Иванищев подписали соглашение о совместной работе по развитию молодежного хоккея. В сезоне 2023-2024 молодежная команда из системы клуба «Снежные барсы» возвращается в число участников чемпионата МХЛ. Так что даже в начале лета работа по развитию продолжается. Ожидания от следующего сезона только растут.